Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним задание номер 4 на странице 11. Рассмотри фотографии одного и того же дома в прошлом и настоящем. Сравни их. Придумай рассказ по этим фотографиям устно. Итак, давайте посмотрим на первую фотографию. На ней изображен город Армавир. И данное здание является Александровским двухклассным училищем. Это фотография начала 20 века. Мы видим, что это здание было двухэтажным. И в этом здании находилось училище, оно называлось двухклассное, значит, здесь было всего два класса. Посмотрим на вторую фотографию того же здания. Это Армавирская государственная педагогическая академия. И фотография 2011 года. Конечно же, здание стало намного лучше. Оно стало более красочным, ярким и красивым. Но так же, как и много лет назад, здесь тоже находится здание, в котором обучаются люди. Раньше это было училище, а теперь это академия, педагогическая академия, в которой обучаются студенты, желающие стать педагогами. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.